Франции. Развертывая по всему фронту наступление на капиталистические элементы, рабочий класс будет всячески помогать основным силам деревни. Слышь? Рабочий класс будет всячески помогать основным силам деревни в деле переустройства сельского хозяйства. Скажи Ивану, что я на него ругаюсь. Че это вы, мам? А пусть к нам заходит. Эй, Стир! Здорово! Давай с нами! Здорово! Не знаешь, Вань, мы где? В ячейке, где же мы были? Все так же мерен листьев тихий шум, и так же вечер голубой беспечен. Вань, ну пойдем со мной погуляем. А то ребята надо мной смеются, говорят, твой тебя на ячейку сменил. Пойдем, а? И в сумраке слова мои звенят. Не могу. Да? Значит, правду говорят. Правду говорят. Некоторым, Степан Егорыч, плясать больше хочется, а не новую жизнь строить. Сознательность у многих... Да-да. А куда его? К стене. Не сразу Иван и Москва строилась. Пускай пляшут, раз не понимают, какое сейчас время. Тяжелые.
Что это ты, Федечка Базырин, зачастил к нам в деревню, а? Но! Пусти ты! Слышишь, пусти же! Но! Ну что же ты на ноги-то сел? Больно же! Ой! Ай! Думаешь, заступиться за меня некому? Вань! Ну зачем кричать? Не насильник я. Выходит, я сама к тебе в телегу прыгнула, да? Нет. Ой! Ай! Ну что ж ты кричишь-то? Никак в толк не возьму. Где жених? За кого сватаешь, а? Я жених. Я жених. Да ты же старый. Дурак бородатый. Не кричи. Все равно не услышит. О, гад. Пусти, говорю. Не пущу. Никому тебя не отдам. Никому. Пусти же. Ну, послушай меня. Хоть раз. Люблю тебя. Понимаешь ты? Люблю тебя. Вот как. Люблю тебя! Мама! Ты куда? Поехали. Ну-ка. Ишь, какая. Сейчас все это твое волчье логово по частям разнесу. Ну-ну. Только тронь попробуй. Ты у меня посмеешься. Посмеешься. Ну куда ты тянешь? Ты куда тянешь? Ты что, очумела? Бей! Бей! Все бей! Все равно жизни без тебя нет. Еще в сенокос хотел перехватить. Ванька помешал. Стеж, ничего не пожалею, чтобы жила ты тут на хуторе. Не веришь? Это я на случай погони взял. Если бы тебя кто отнять захотел. Кажись, все сказал. Все.
Годами я старше. Только любовь от этого крепче. 2 года по тебе сохну. Знаешь ведь, ты вот волчье логово говоришь. Ясно? Девок вот с таких лет хуторянами пугают. Дикари они, да? А по мне, был бы мир в доме. Дети. Много ребятишек. Да руки при деле. 5 лет один живу. От бати отделился. Все тут своими руками. Стеша, я ждал тебя. Давно ждал. Уж снится ты мне стал. Стеша. Батя. Ты подумал, дури башка, какая теперь власть, чтоб девку вот так брать, а? Вот значит это, беги, встречи людям, скажи, что не тронул тебя Федор. А ты, дурень, уходи, успеешь. Я их у сухой балки обогнал. Ваньк с милицией, с оружием они. Ведь убьют его, искалечат и оправдаются. Ясно дело. Ты что? А ну-ка, брось топор. Совсем ошалел. Стой. Если ты сейчас на крыльцо выйдешь, ты больше меня никогда не увидишь. Вот. Стеша! Была Стеша. А теперь Степанида Петровна Базырина. Он тебя украл ведь. А тебе-то теперь что? Стеша. Будем Федора Базырина судить? Все. За тобой мы. За мной? А зачем же с ружьями? А так оно. Надежнее. Ведь он тебя силком увез. Увез силком. А стал мелком. Стеша.
Видать, свадьба была шумная. Поехали. Что же вы делаете? А? Не имеем права встревать в чужую жизнь, Иван. Не по закону будет. Поехали. А этот имел право? Тут все от девки зависит. Значит, не судьба. Судьба. Я его пристрелил. Ты думаешь, убьешь Федора, меня добудешь? Нет, Ванечка. Припоздал. Все равно застрелю. Ну-ну! Не дури, парень. Вот оно, какие дела. Ты вроде девка хорошая, шустрая в работе. Ты, Федор мой мужик, что надо. Хозяин, все в дом. Только надо, чтобы все по-людски было. Федор, зови гостей на свой хутор. Будем свадьбу играть. Носим любую погоду. А можно и не жене, продам по дешевой цене. А ну, выбирай поярче, поцелует жарче. Ну! Ты чего? Ух ты! Ну, иди, иди, весь базар обойдешь, лучше не найдешь. А ну, бабочки, налетай, давай, разбирай. Gracias.
А ну давай налетай! Горшки дешевые! Дешевле не бывает! Федор! Федор! Здорово! Ты, говорят, женился? Женился. Ну что ж, кому радость, а кому горе. Вон хозяйство разбазаривать приходится. Пустой двор теперь мельника Чувикова. Не узнаешь, все продал. Все продал, Федя. В колхозе-то ведь все в один котел спустят. Время-то какой ночи, сам знаешь. Аль ты на радостях ничего не видишь? Оно, конечно, любовь глаза застит. Известное дело. Только я слыхал, из хуторян скоро примутся. Жди. Какая цена, хозяин? А что цена, какая цена? Давай, дешево продам. За 15 рублей. 15? Ну, давай 14. Медок, медок, прошу. Хороший медок. Пожалуйста, прошу вас. Смотри, что я тебе привез. О, платье. И это мне? А кому же еще? Нравится? Ой, Федя, не говори. А это? А? Вот как. Красиво. А эти? А? И это тоже тебе. Зачем так много-то? И это. А? А? Бери. Все, 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 все тебе. Все нравится, а? Не знаю, чудной ты. Чудной. Жена моя, все тут твое, родная, я скучал по тебе. Здрасте. Здрасте. Здравствуй, милая. Да говори, брат!
это Москва. Чего здесь делаешь в чужом доме? В чужом, да не в твоем. А с тобой я вообще разговаривать не желаю. Ну и молчи, чурбан рыжий. Господи, дочечка моя, деточка моя. Сереженька, ты красавица. Ну как, Федор, здоров? Вы-то как одна, мам. Ну, хорошо. Вон Гришка приходит, то водички принесет, то дровишек нарубит. А тут был Иван. Приходил, посидел, говорит, тетя Даша, если что надо, мы вам завсегда. Мам, я за вами приехала. Не-не-не, Сеша, я же тебе говорила, я отсюда не могу. Куда же я от своих стен своего дома? Да Наська без меня помрет. Мам. И колодец тут, и собака моя. Федор вас звал. Ну, поехали, а. Ты похудела, похудела? Да нет, это платье так у меня. Красивое. Он тут еще. Мама. Не-не, идем, я тебя козьим молочком напою. Идем. Сейчас, подождите. Это мы вам. Спасибо, деточки мои. Стешенька, идем в дом. Моя маленькая, моя ласточка. Чего тебе? Здесь она. Стежка к матери прикатила. Она без Федора. В новом платье. Ну что? Сейчас поверну телегу. Скручу тебя, упрячу какую. Не выпущу отсюда. Никогда. Что из этого будет? Не знаю. Наверное, это будет так же глупо, как то, что я к тебе с милицией пришел. Надо было одному. С любовью, я знаю. Отойди, Иван. Нет. Я хочу, чтобы до тебя дошло, что я другой. Не хуторянин, у которого ни стыда, ни совести. А что ему? Люди кругом. А если ты мне дороже всего на свете, что мне молчать? Слушай, Иван, живи свою жизнь, не мучай ты себя. Слышишь? А я своей жизнью буду жить. Но! Теперь надолго.
Может, оно сообща и легче, нежели в одиночку. Только я не хочу, чтобы надо мной кто-то был. Весной вот проходил мимо артельной пашни. Вижу, мелко запахали. Я сказал там одному, молодому. Загодя ж себя обделяете. И что он мне? Ты единоличник так считаешь. А мы по-другому думаем. Дурень. Вот у них под боком пруд засохший. Там илу вон сколько. Бери на поля. Мимо такого добра ходят. Это же двойной урожай. Сказал ему? А, своим умом хотят жить, пусть живут. Да ведь свои там, Федя. Сколько видели горе, нужды. Должны же люди друг другу помогать. А я вот сам до всего дошел. Ты бы спела, Стеш, как раньше. Помнишь? То прошло. Собаки лают во весь голос. Она ж, видно, боится волки услышать, только скулит. Доктор, говоришь, у них теперь будет. Ага. Радио провели. В избе читания кино показывают. Как жил на хуторе, так и буду жить. За 20 верст на общее поле ходить? Можно же в деревню переехать, жили бы у матери. В Новгороде, говорят, святой есть. Помогает бабам. Родила бы дитё, а? Ну, хоть бы девку. А тоску прогоню с хутора. Все сделаю. Вот только зима кончится. Thank you.
крепче, крепче, любимый мой. Боюсь я чего-то. Тоски свои, что ли? Ой. Пора нам с тобой поговорить, Федор. Не остишь, об этом толковать поздно. Когда вы тихоходы в колхоз подадите? Почитай, все сознательность проявили. Одни хуторяне артачатся, и все на тебя кивают. Пойдет Базырин, и мы за ним. Не слыхал. А я слыхал. Батя твой, и тот в колхозе. Теперь ты партийный, стараешься. Жалко мне Стешу. Ладно, ладно. Вы слепые все на хуторах. Ни до чего вам дела нет. Вся Россия обновляется, заводы строим, электростанции, а вы... Ну, чего вы ждете? Попрятались в домишках, как в норах. В кулаки хочешь записать? А? Ничего ты не понял. Хватит, слышали? Нет, не хватит. Хватит. Иди. Иди. Зачем пришел? По делу, конечно. Не могу забыть тебя, Стеша. Пришел по делу, говори дело. Очень видеть тебя хотел. Уходи. Нехорошо так. Стеша. Сын.
Ну, чего? Спит? Спит. Пусть. Нынче, когда спишь, только и знаешь покой. Вот с чем приходится ходить. Спит. Ну, говори, слушай. Я что зашел там? Я это, упредить тебя хотел. Она, значит, корову на поле доила, а он... Кто? Не, я по порядку. Нынче ходил я по хуторам. Кое с кого должок надо был получить. Вижу, стоит Степанида. Только ты, ну, в общем, с Иваном стоит. И о чем-то они разговаривали. Ну, про что я не слышал. Но об чем-то они договаривались. С Иваном? Да не в том суть. Вчера правление собирали. Опять же про хуторяна, Тарас. Теперь я слыхал, тебя на высылку наметили. А Степаниде, как бывшей батрачке, отпишут полимущество. И живи хоть с матерью, хоть с кем. Это два. А теперь же она стоит с Иваном. И об чем-то договариваются. Это три. Врешь ты все, гад, врешь. Моя Стеша, заодно с этими, ну, чё... с Иваном, да... убью. Чё... Уходи чё лучше, уходи. Уходи, Роман. Молодой ты еще. Тут думать надо, чтоб тебя не подмяли и всех нас. А ты орешь. Ну ладно. Я пойду. Стой, Роман! Дай мне это. Ты не дури. Не дури. Дай, говорю. Пусть только сунутся сюда. Я им покажу. Дом не носи, спрячь под стреху. Ступай. 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 За оружие нынче знаешь, что бывает? Как же так, Федор? Если они на нас копом, то и мы должны сообща. Вечером у сухой балки соберутся мужики, которые за свое кровное хотят постоять. Ну? Че, ну? Ну и ты должен быть. Ты чего, а? Языками много ли напашем? Те вон меня тоже зовут. А дело оно руками делается. Сам знаешь. А не языком. Но! Но! Это ты верно сказал. Вот соберемся, и будет дело. Это вы без меня собираетесь. Слушай, Федор,
Между двух огней жарко бывает. А народ теперь злой. Кабунчи не выкурил из-под бабьей-то юбки. А ну иди отсюда. Ты чё? Иди по-добру, хромой черт. Иди, фукацел. Но! Что это с тобой в последнее время, а? А что? Федя! Федь! Едет кто-то? Гражданин Базырин? Ну? Я следователь. Со мной понятые. Вот ордер на право обыска. Оружие есть? Да откуда же у нас оружие? Чего вы выдумали? Гражданка, я не вас спрашиваю, а Базырина. А я тут хозяйка и лучше знаю, чего у меня есть, а чего нет. Вот мы сейчас и убедимся, какая вы хозяйка. Ну что ж. Может, пройдем в дом? Начинайте. Так вы по-прежнему утверждаете, что никакого оружия у вас нет? Ну, сказано же нет. А вот нам стало известно, что оно у вас есть. Найдем, милости не просите. Вот вы сперва найдите, а потом поговорим. Хорошо. Обыскать под стрехой. Товарищи понятые, прошу вас сюда. Хозяев тоже. А вы ищите, коли вам делать нечего, мы вам доверяем. Ну-ка. О, черт. Ага. Кажись. Нет, нет. В сарае. Да, может, там. Ну как? Выходит, наговор. Закончили. Пошли. До свидания. Извините. Поехали.
Где обрез? Не знаю. Я его на хутор не приносила. Ну, хватит прикидываться. Куда его девала? А куда бы ни девала, тебе его не видать. А Романа увижу, я ему покажу, как людей подбивать. За Ивана испугалась. М? А ты думал, обрезом этим все вопросы сразу решить. А про то подумал, какую беду на хутор наклечишь. И хватит меня Иваном-то попрекать. За добро ты свое боишься, а не за меня. Да пропади оно, Пропади. Пусти. Стеша. Ну, Стеша. Здорово! Разговор у меня к тебе. Понимаешь, подсобить там надо. Это не ко мне, это у него спроси. Понял. Здрасте, Федор Евстигнеевич. Здорово. Ну. Нижайшая просьба от всего нашего крестьянства, Федор Евстигнеевич. Просьба или приказ? Нет. Просьба. От всего нашего женского пола. Смотри. Ну, давай, чего там? Ну, сами знаете, Федор Евстигнеевич, какой нынче богатый лен родился. Глянешь, красота. Видал. У нас не хуже и убран уже. Вот. А у нас, почитай, все бабы в поле, а рук не хватает. Отпустили бы Степаниду Петровну. Дни на несколько. Бабы просили. А? Пойдешь? Пойду, Федя. А поживу у матери. Иди.
Федя! Сынок! Что, бать? Говорил я тебе, вступай в колхоз. Говорил! Вы опять? Да повеска тебе волос полком. Дождался. Добром не хотел. Через 3 дня. Зачем это требует? Вышлю тебя, Федя. Чует мое сердце. Роману он выслай. Сколько теперь высылает, знаешь? Ну что они, батя? Сперва землю дали, сройся. Хозяином себя почувствовал. А теперь все отдай. Телка сдохла, так я месяц черный ходил. А тут столько труда. Не отдам я свой хутор. Когда будешь большая, отдадут тебя замуж в деревню большую, в семью чужую. Мужики там дерутся топорами Федя! Федя! Соскучилась. Сманивали? Почуяли, куда тебя тянет? Пусть теперь выселяют. Не больно-то разживутся. Вот почему двор пустой. Может, расскажешь? Вот. Там почему не пришел? Нужен-то Федор Базырин.
Да дома его нет, а в бумажке сказано срочно, я и пришла вместо него. Им с твоим мужем поговорить надо. И со мной поговорят. Да чего с бабой разговаривать? С тобой вот Иван Суханов побеседовать хочет. А что с ним беседовать? С ним уж все говорено-переговорено. Вот какое дело, товарищ Базырин. Хорошо ты себя показала на Уборкина. Да ты садись, что ты стоишь? Ничего, постою. За это тебе великая благодарность от всей нашей артели. И вам спасибо, что не забыли меня. Только вот что плохо. Уж больно крепко зацепился твой Федор за хутор. Ох, Ваня, что ты 2 года тянешь одно и то же? Вы мне лучше прямо скажите, вы что, Федора, на высылку наметили? Да ты что городишь, Базырина? Федора, значит, выслать, мне половину имущества, и живи, значит, Стешка с матерью, да? Товарищ Базырина. А ты меня не перебивай. И как вас только не скособочило-то такое придумать. Да я, может быть, за Федором на край света пойду. Остынь, Базырина. Да погоди ты стучать. Я еще о главном не сказала. Вон тут Иван говорил, что мой Федор держится за хуторскую жизнь. Так это не он держится, а я. Оботрачила, наголодалась. Хватит. Сама хозяйкой хочу быть. Плетет, сама не знает что. Ну вот что, Базырина, не хочешь идти в колхоз, живи сама по себе. Не волить никого не будут. На это и партийное постановление есть из Москвы. А муж твой все-таки пусть зайдет к нам. Ну ладно, я ему скажу. Верно говорят, что невеста твоя была. Тяжело мне, батя. Знаю. Знаю. Что мне с Федором делать? Ему этот хутор, вы знаете, дороже и себя самого, и меня. Всего. Может, мне еще с ним поговорить? Ну, сколько можно? Хозяйство распускает. Боится, что отнимут. От меня даже прячет. В лесу укрывает. Не уходи от него, Стеша. Семейную жизнь порушится. Все одно, что жилы все разорвать. Я знаю, что делать. Но... Thank you.
Стой! Стой, говорю! Ты бы пещеру какую нашел. Или в землю все это добро зарыл. Надежнее было бы шалаша. Не то, что чужие, и я бы тогда не нашла. Но будет языком чесать. В колхоз везешь? Да. Понятно. Ну, а если эти колхозы ненадолго, как тогда без семян? Всего крестьянского обихода на землю вернешься. Об этом ты подумала? Не хочу я, чтобы сын наш был похож на тебя такого. Волчонком и здесь вырастет. Потом видно будет. Это тебе потом, а мне сейчас видать. Ишь ты, глазастая! Чье это добро? Чье это добро, спрашиваю? Чье это добро? А? Наше. Общее. Общее? А ну, заворачивай. Нет. Отойди. Нет. Отойди. Кому сказано? Черт, возьми! Стеша. Федя. Ну что ты, что ты, что ты? Что сделать? Ну что ты молчишь?